Голову мы практически все обсмолили, осталось ее только отмыть. И будем продолжать дальше готовить. Голова у нас готова, полностью обсмолена. Смолив лосиную губу, нижнюю челюсть, я ее отрезал. Теперь нужно разрезать здесь вдоль. Как бы это теперь сделать? Мы освободили вот эти места, чтобы нам вот эту носовую часть также обсмолить здесь изнутри. Внутри тоже вот волосики надо все обсмолить. И все, здесь немножко. И их можно будет уже приступать и готовить дальше. Лося помыла от нагара, со щеточкой очень хорошо все очистилось, вот тут даже язычок. И теперь это все будем закидывать вот в казан и варить часа 3, я думаю. Вот приблизительно так в казан мне удалось затолкать всю губу. Ставим варить. 3 часа, будет супер ароматы. Губа лося отварилась. Вот непосредственно вот эта сама губа, это нижняя часть и язык. Мы, конечно, с Ричи не удержались и его уже поели, попробовали. Но это вот такая вот внутренняя часть. Сейчас я буду разбирать. Кожа или шкура очень вкусная, отварная, невероятно вкусная. Пришло время. Сваренная губа, весь деликатес нарезать порционно. Самый деликатес – это язычок. Мы уже с Ричи не выдержали, чуть-чуть попробовали и ободрали. Надо нарезать вот такими вот кусочками. Ричи, отведайте деликатесика. Губа. Ой, как вкусно, ой, как вкусно. Ой, ой, ой. Ну, все нормально. Нарезаем порционно. Готовим. Это у нас нижняя губа. Вот тут были десна, зубы. Вот маленько сейчас их срежем. Ричку деликатес. Кому вкусняшка? Лосик. Ой, деликатес. Ой, такой кусочек. Ой, как вкусно, да? Ой, ой, ой. Ричи, вкусно? Наверное, 2 дня собака потом есть ничего не будет. Ничего не захочет. Как быстро ест. А то никому не достанется. Вкусно, привкус. Давайте нам вкусноту готовить. По-моему, это верхняя челюсть. Нижняя. Нижняя, ну пусть будет нижняя. Да. Очень вкусно у лося вареная шкура. Невероятно просто. Особенно, когда хорошо обсмаленная. Ну, да. Нарезаем луковицу. Насыпаем лука. Лук обжарен до слегка золотистой корочки. Получилась целая тарелка мяса, нарезанного лося губы. И сейчас мы ее отправляем в сковородку. Лук у нас готов. И высыпаем мясо. Оперативно все перемешиваем.
Помешиваем все аккуратненько. Вот как он, запах вкуснейший. Все это очень аппетитно. Какой аромат стоит. Это будет такая вкусная штука. Блюдо будет бомба. Сейчас Васильич всех накормит. Подготавливаем дальше. Теперь берем сметану и выдавливаем почти пол пакета. Выливаем водички непорционно и все это перемешиваем. Порцию определяем на глаз. Где-то 100 грамм воды и пол пакета сметаны. Выливаем сметану. Отлично. И теперь все тщательно перемешаем. После того, когда мы перемешали все, примерно тушим минут 10-15. После того, как залили сметану, готовим, пока не приготовим. Наше блюдо готово. Пора снимать. Вот такое вкусное у нас блюдо получилось. А теперь кушаем, пока не скушаем. Приятного аппетита, друзья!